Заместитель председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев дал комментарии по поводу предложения создать новое федеративное государство широкой автономии регионов – Малороссию. По его словам, в связи с неконструктивной позицией украинской стороны ситуация зашла в тупик, поэтому Донецкая Народная Республика выступила со своей инициативой, призванной поспособствовать разрешению конфликта. Мы предложили новую площадку, новый формат, и это предложение. То есть это, если до этого мы стояли в темноте, то мы предложили коридор со светом, направление к движению. Это понятно, что завтра чудо не произойдет, и мы утром не проснемся с новыми правилами игры. Но правила делают люди, делаем мы, делают жители Малороссии. И, как говорят, дорогу осилит идущий. Поэтому уверен, что все получится. И вот в этом плане большая надежда, что это наше предложение закончится победой и концом войны. Было зачитано, что в первую очередь это восстановление связи с Российской Федерацией. Все то, что сделала Украина и разорвала, мы собираемся это возобновить. Восстановить всю экономику, возобновить все связи политические. То есть формат это ближайшего дружественного государства.